Мэр Магадана Юрий Гришан посетил стройку жилого комплекса в районе 31-го квартала. На данном этапе ведут железнобетонные монолитные работы. Начали устанавливать оконные пластиковые рамы. После того, как в городе потеплеет, строители начнут прокладывать наружные и внутренние сети. Дом будет девятиэтажный, 64 квартиры. Занимается объектом ООО «Упрком». Планировка в квартирах свободная. Территорию жилого комплекса также планируют благоустроить. А здесь будет в конечном итоге 3 девятиэтажки. В конечном итоге мы планируем их закрыть забором. Это будет как единая площадка. Да? Посередине будет детская площадка с подземной парковкой под ней. Стоят шлагбаумы, то есть у людей будет частный доступ на данную территорию. На объекте работают 15 человек. К концу марта количество строителей станет вдвое больше. Магаданцы уже покупают квартиры в этом доме. Город планирует приобрести жилье для детей-сирот. На вторичном рынке практически все забрали, что было в городе Магадане, поэтому будем рассматривать при определенных там условиях и цена, чтобы устраивала, будем приобретать в том числе и в этом доме квартиры для детей-сирот. Работы над домом начали год назад. Завершить планируют к декабрю 2022-го. По словам специалистов, все идет согласно графику. Елизавета Сипайлова, Александр Фещенко, Магаданское время.